हम श्री गुरु श्री जुता परकमलं श्री गुरुं वैष्णवंश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं विथां थां सुजीवं साद्वैतां सावदूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आनन्दलीला मय विग्रहाय हे मावदिव्यच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते हे कृष्ण. Есть ли вопросы, пожалуйста? Хороший вопрос от Аджита Кришны Прабху. Следующее. В последней главе книги Шрила Гуру Махараджа «Поиск Шри Кришны. Прекрасной реальности» эта глава заглавлена «Прекрасная реальность» рассказывается о славе Шри Чайтани Махапрабху. Вопрос следующий. Означает ли это, что Махапрабху, будучи самой прекрасной реальностью, в то же самое время ищет эту реальность и находит ее в глубинах разлуки? Прежде всего, я должен рассказать о том, как книга появилась на свет. Part of it was in realizing that what Srila Guru Maharaj was teaching, expressing. Отчасти это произошло потому, что я осознавал, чему Шрила Гуру Махарадж учил, то, что он выражал, было оригинальным. Если бы то, что он говорил, было не оригинально, если бы он просто повторял то, что уже было дано до него, какой был бы смысл эту книгу составлять? Кавирадж Госвами представляет эту мысль во вступлении к Шри Чайтанья Чаритамритам. Он делает это, воздавая в полной мере дань должного уважения и признания Вриндавану Дасу Такуру, которого в целом рассматривают как Вьяса Шри Чайтанья Лила, как биографа Махапрабху. Есть и другие биографы, но Вриндавану Дасу Такуру отводится этот престиж, если так можно выразиться. Кавирадж Госвами спрашивает, так какой же смысл в другой книге? Присутствует ли некий изъян в репрезентации Вриндавана Даса? Нет. И если бы я просто повторил описание тех самых игр, которые он дал, то это было бы не просто неуместно, подобное копирование, повторение, но было бы оскорбительным. То было бы оскорбление в его адрес. Он мягко указывает читателю на необходимость Чайтанья Чаритамрита. Приводит доводы,
И мы можем понять милостью нашей Гуру Варги. И сам Кавирадж Госвами говорит об этом. Существуют определенные реалии, которые Вриндаван Дас Тхакур, опасаясь того, что его труд станет слишком объемным, и по разным причинам не описал определенные реалии или не описал их подробно. И эти реалии я представлю здесь, говорит Шри Кришна Дас Кавирадж. Но мы видим смирение Кришна Даса Кавираджа Госвами, поскольку то, что описано на страницах Шри Чайтанья Чаритамритам, это не просто описание игр, о которых больше нигде не сказано, но в большей степени показана иная перспектива на эти игры, другая точка зрения на происходящее. И об этом говорится в начале, где он говорит, то, что я представляю здесь, основано на дневниковых записях Сварупа Дамодара и расширенных дневниковых записях его помощника Рагунатха Даса Госвами. И опираясь также на произведение Рупы Госвами, я пишу эту книгу. И то, что представлено на ее страницах, внутренние причины явления Махапрабху, говорится, в широком кругу преданных он, Господь Чайтанья, вовлечен в нам санкиртан, он совершает нам санкиртан сам и распространяет святое имя другим. Здесь присутствует аллюзия на утверждение, описание Прабхудананда Сарасвати, которое так любил цитировать Гуру Махарадж. Махапрабху Гауранга Сундара Бара Нагара Бара Ниттам Ниджер Намаби. Он поет и танцует, но что он делает? Он призывает свое собственное имя. Означает ли это, что он поет Гауранга? Гауранга нет. Внутренне он Кришна, а внешне он занимает положение преданного. И когда он говорит, Господь Чайтанья призывает свое собственное имя, это означает, в настроении, в духе преданного он призывает это имя Кришны. Радха Бхава Дьюти Субалита. Ему присуще не просто бхакта-бхава в целом, но какого рода бхакта-бхава? Радха-бхава. Сердце Шримати Радхарани. Бхава и Канти, сердце и сияние. И то, каким образом она призывает Кришну нам, так он призывает Кришну нам. Он желает насладиться ее положением. И Кавирадж Госвами цитирует Рупу Госвами, говорящую, Апарам касьяпи пранай джана вриндасу кутуки расотсамам упабоктам камапия ручам свама бавре дютим итадиям тадиям сачетанна кмей путна шри чайтанья девас крити на крипаяту. I forget the words right now. And he's saying, it's giving some special он дает особое понимание, которое не было представлено не оскорбительным образом и таким образом, чтобы не уронить достоинство изначального оригинального автора. И это обстоятельство следует понять крайне тщательно и учитывать. И никоим образом он не подрывает престиж Шри Чайтанья Бхагаваты, но являет нечто, что не было дано в вышеупомянутом произведении. Крайне деликатные материи, крайне тонкие, он идет очень глубоко во внутреннее измерение. Он представляет внутренние причины. Гуру Махарадж обладал способностью крайне просто объяснять нам сложные материи. Он, в частности, использовал следующую аналогию. Общественное служение и личная жизнь.
У человека есть служение обществу, и у него есть личная жизнь. Одна разновидность его трудов – это его общественное служение. Это чудесно и замечательно, и все получают благо от этого служения социуму, обществу. Разве это не самое лучшее? Ведь мы все получаем от такого служения благо. Да, говорил он, но существует также личная жизнь этого человека. Как в мистическом письме, которое пришло Махапрабху от Адвейта Ачарьи. И Махапрабху, хотя в действительности ему известен смысл этого письма, почему он спрашивает Сварупа Дамодара, как это понимать? Что означает это письмо Адвейты, в котором он заявляет, рынок риса переполнен, все совершили покупки. Он говорит, как оптовый торговец рисом. О чем он говорит? Спрашивает Махапрабху Сварупа Дамодара. Но он говорит, то, что ты пришел дать, ты переполнил этим явлением рынок. Причина, по которой ты не зашел в этот мир, йога-аватар, этот аспект твоего нишествия, миссия распространения святого имени Кришны всем и каждому, эта миссия более чем осуществлена, достигнута. И Прабодхананда Сарасвати Такур или Шрила Гуру Махарадж говорит, прекрасным образом он выражается, он говорит, «Кришна нама сидху дама». Святое имя Кришны есть обитель всех нектарных субстанций. Кришна нама сидху дама, данья дана сагарам. Дан сагар означает, с одной стороны, когда дарят слона в качестве подарка такого рода масштаба, что будет великим даром, выше и больше которого нет ничего, это святое имя Кришна. Что говорит Прабодхананда? Ванчитосми, ванчитосми, ванчитосми на сангшая, вишвам горурасе магнам спаршопи маманабава. В высшей степени прекрасно он говорит, «Я был обманут, я был обманут, я был обманут, в этом нет сомнений». Что? Прабодхананда Сарасвати Такур, Аштасакхи, Тунгавидья. Что вы имеете в виду? Это невозможно. Я был обманут, я был обманут, я был обманут, в этом нет сомнений. Почему? Он говорит, ты пришел и ты затопил всю Вселенную Гора-премой, Кришна-премой, Бхакти-расой. И меня не коснулась и капля смирения преданного. Он не говорит, да, мне известны все эти реалии. Я Прабодхананда Сарасвати, я Аштасакхи. Мне известны все сокровенные игры. Нет, он говорит, я был обманут, меня не коснулась и капля. Я такая неудачливая душа. И, конечно, Шрила Гуру Махарадж объясняет, мы не в силах в это поверить. Возникает вопрос, что же мы не верим утверждениям великих преданных и писаний? Предполагается, что они служат нашими источниками. Мы должны верить им. И мы говорим, нет, это невозможно. Но мы извлекаем из этого следующий урок. Аппетит. Аппетит Прабодхананда Сарасвати. То, что наводнение, потоп для него, это даже не капля. Вот эту мораль мы можем извлечь, и так мы можем понять, о чем идет речь. Но, тем не менее, это общественное служение, публичное служение Махапрабху. Публичное служение, приватная жизнь. Когда он говорит Сварупу Дамодару, он спрашивает, что имеет в виду Адвейта. Сварупу Дамодару, конечно, это тоже известно, но это все очень тонкие материи. Особенно все, что относится
к уходу этих игр из нашего измерения бытия, как завершению. Махапрабху говорит, я думаю, что я знаю. Мы видим подобное в Индии, где проводятся деревенские праздники, фестивали. Особенно Дурга-пуджа, когда создаются божества в ходе этих праздников. Этим божествам поклоняются в течение недели или месяца. Затем божество провозят во время процессии на берег реки или пруда. И я не могу сказать, что их выбрасывают, но, мягко говоря, их сталкивают. Эти мурти сталкивают в пруд, и там эти мурти растворяются, исчезают. Мы видим, в индийских прудах плавают остатки этих божеств. И Махапрабху говорит, я думаю, что Адвейта — такого рода поклоняющаяся. Мы видим, это юмор Махапрабху. Он один из тех людей, говорит Махапрабху, которые создают божество, приглашают его прийти с какой-то целью, а когда цель достигнута, божество их больше не интересует. И оно размокает в пруду, такое божество. А почему он говорит это? Потому что, опять же, в начале Чаритамритам, что мы слышим? «Я слышал призыв Адвейта, — говорит Господь, который подносил пригоршню Ганга-джал, воды Ганги и Туласи, листьев, такого могущества, листьев Туласи и воды Ганги, он поклонялся ими. Поднося воду Ганги и листья Туласи, он пытался спасти человечество. Он был опечален тем, что он наблюдал современным ему состоянием человеческого общества, и он молился о том, чтобы Господь не зашел более, чем молился. Он звал, то было требование преданности. Иногда Господь говорил также, «Я возлежал на Шейшае Вишну, на Ананта Шейше». В этом есть элемент юмора, но меня разбудил зов Адвейта, говорит он. Но он не говорит, настало время для нишествия юга-аватары, и то была моя собственная программа. Воспользовавшись необходимостью пришествия юга-аватара, Махапрабху приходит в каждую кали-югу, но не как он нисходит и осуществляет эту миссию юга-дхармы, которая состоит в распространении Кришна-нама. И Адвайта дает позволение, он говорит Махапрабху, теперь, когда внешняя причина твоего нишествия достигнута, внешняя миссия осуществлена, ты можешь реализовать внутреннюю причину. Ты можешь вести себя безответственно, в кавычках. Он дает позволение. Потому что на этом этапе Махапрабху за закрытыми дверями в обществе Сварупы Дамодары и Рамананда Рая погружается в глубины Радха Бхавы и переживает Кришна Прему 24 часа в сутки на протяжении последних 12 лет своих проявленных игр. Когда мы обрели связь со Шрилой Шридхаром Махараджем, то
произошел сдвиг в нашем восприятии, понимании сознания Кришны, поскольку под влиянием его концепции, его учения на первое место для нас вышли, в смысле своей значимости, Махапрабху и Радхарани, Радхадасям. Мы понимали сознание Кришны определенным образом, и затем его милостью во фокусе нашего внимания оказались эти личности. Произошел сдвиг в сторону Радхадасям, сама Радхарани и Махапрабху. Значение, важность, значимость Махапрабху стали для нас очевидны. Все движение сознания Кришны в действительности есть порождение нисшествия Махапрабху. И когда Шрила Гуру Махарадж начинал говорить о Кришне, о Махапрабху и так далее, то это было похоже на то, что мы слышали из его уст до того, прежде, и также то было нечто новое. И стало очевидно мне и другим, какое благо преданные движения сознания Кришны получат, слыша его объяснение концепции сознания Кришны, подобно тому, как высокую оценку им давал сам Шрила Прабхупад. Утонченное положение, концепция сознания Кришны, когда Прабхупад вернулся после успешного проповеднического тура на Западе, после того, как он успешно проповедовал сознание Кришны на Западе, вернулся в Индию. Опять же, следует помнить, мы говорили об этом в день явления Бхактивинода. Я подчеркнул следующее обстоятельство. Бхактивинод нуждался в посреднике распространения, в агенте. И этот посредник явился как Сарасвати Такур, который создал Гаудия Матх и вынес сознание Кришны за пределы Индии. Но он нуждался в том, кто будет способен донести сознание Кришны до всего мира, особенно до Америки. Сарасвати Такур нуждался в посреднике распространения. И он всегда подчеркивал своим ученикам важность этого, в особенности дело распространения сознания Кришны в англоязычном мире. И Шрила Прабхупад, его божественная милость, Бхактивиданта Свами Прабхупад, принес сознание Кришны западному миру, всему остальному миру. Если бы не он, то не было бы никаких дискуссий об Бхактивиноде Такуре, о Бхактисиданте Сарасвати Такуре, о Шриле Шридхаре Махарадже. Никто бы ничего бы не знал ни о чем, если бы не он. И, кстати говоря, как он распространял сознание Кришны, он делал это через несовершенных посредников. Бхактивинод Такур говорит о том, что лидер киртана должен быть чистым преданным. В противном случае преданные не должны присоединяться к такому киртану, если его не возглавляет чистый преданный. И это другой предмет для обсуждения. Но мы можем сказать, помня о вышесказанном, движение сознания Кришны, когда оно пришло на Запад, было киртаном, который осуществлял Аче Бхактивиданта Свами Прабхупад. Он чистый преданный, который возглавлял этот киртан. И если несовершенные посредники присоединяются к такому киртану, то Кришна компенсирует их недостаток компетенции, качеств. А вопрос, откуда я это знаю? Я знаю это, потому что я читал Бхагавад-гиту. Где сказано? Ананьяс чинтаянто мам еджана парюпасите теша йога кшемам вахамьяхам. Кришна говорит, если что-то отсутствует, если присутствует некий недостаток, то я компенсирую его.
Если посреднику не достает квалификации, компетенции, я компенсирую этот изъян. Хотя ученики Шрилы Прабхупады были людьми с многочисленными изъянами, так или иначе, то, что передавалось через них, люди на другой стороне, те, кому они обращались, обретали предмет этой передачи и обретали опыт божественного. И это удивительно, изумительно, как эта божественная милость в форме движения сознания Кришны наших дней распространилась во всем мире, и мы понимаем благодаря этому то, что Прабхупад часто цитировал. Это слова Махапрабху. И речь идет о том, что необходимо Кришна Шакти, необходимо божественное полномочие, полномочие свыше, то должна быть воля Кришны, для того, чтобы проповедь осуществлялась. Если воля Кришны состоит в том, чтобы дать себя, распространить себя, то ничто и никто не в силах воспрепятствовать этому потоку. Если же воли Кришны нет, то мы бессильны навязать это откровение, дать его. Опять же сказано, в произведениях Рупы Госвами он цитирует Лакшидару. «Не требуется ни дикши, ни садкрия, нет никаких предварительных условий». Кислотно-щелочной состав почвы не имеет никакого значения. Если Кришна желает распространить себя, то да будет воля Твоя. И это именно так, так это работает. Движение сознания Кришны присутствует, все книги Шрилы Прабхупады есть, Чайтанья Бхагавата и другие, но Шрила Шридхар Махарадж дает, представляет уникальную точку зрения, которую давал высокую оценку, опять же, сам Шрила Прабхупад и другие последователи Сарасвати Такура и сам Сарасвати Такур. Он несет концепцию Бхактивинода Такура, он Рупа Нугадхара, он носитель потока Рупа Госвами. Рупа Госвами живет в нем. И когда мы начали слышать все эти реалии, эти истины, мы поняли, что то были уникальные выражения концепции сознания Кришны, они не были повторением. С тем, чтобы поддержать престиж Шрилы Прабхупады и его произведений, опубликовать просто нечто, что было бы идентично тому, что уже было дано в книгах Прабхупады, стало бы оскорблением. Какой был смысл в подобных публикациях? Но крайне тщательно, осторожно, максимально осторожно, насколько в наших силах, я должен прежде всего заметить, существуют определенные реалии, которые являются общими для всех учеников. Прабхупада Сарасвати Такура, Шрила Прабхупада, Свами Махараджа, Гуру Махараджа, они все повторяют определенные истины, которые были любимы их наставниками. Мы видим, все ученики Сарасвати Такура имеют тенденцию, склонность приводить определенные одни и те же примеры и так далее. То есть есть что-то общее. Но есть также уникальные черты в соответствии с их индивидуальностью, уникальной природой, в соответствии с их реализацией и положением. Как Шрила Говинда Махарадж рассказывал о двух духовных братьях, Гуру Махараджа, об их стиле проповеди, репрезентации сознания Кришны в сравнении со стилем и духом Гуру Махараджа. Он любил их всех, но Гурудев заметил. Один из них был подобен водопаду. Крайне стремительный поток. Очень интенсивный, мощный. Какое слово будет здесь уместным? Интенсивным, подобным водопаду. С интенсивностью такого рода, но не слишком ясным, прозрачным, отчетливым. Тогда как другой духовный брат, очень ясное, прозрачное, подобное прозрачному пруду, но не слишком интенсивное, мощное, не слишком оживляло. Тогда как Гуру Махарадж — это источник нектара, текущего из неведомой области, и каждую секунду несущее что-то новое и оригинальное. Но сам Гуру Махарадж говорил, что ему нравилось в Сарасвати Такуре.
Он говорил, мой гуру Махарадж никогда не выблевывал то, что он слышал от других, но давал нечто свежее, новое, оригинальное всегда, неизменно. И когда мы слышали все эти истины из уст Шрилы Гуру Махараджа, прекрасная реальность, например, эти концепции. И он приписывал заслугу авторства. Он говорил, был французским мыслителем Мартино, который является автором этого выражения, однако он наполнял эти выражения новым смыслом. «Умереть, чтобы жить» Гегеля, самоопределение Гегеля. Гуру Махарадж наполнял новым смыслом эти выражения. И как еще можно охарактеризовать это? Вкладывал новый смысл. Он, так сказать, присваивал эти выражения, используя в интересах сознания Кришны, концепции сознания Кришны, поскольку люди испытывают влияние современных мыслителей. И как один из духовных братьев Гуру Махараджа хвалил Гуру Махараджа Сарасвати Такуру, поскольку этот духовный брат какое-то время проповедовал в обществе, он рассказывал, вы будете рады знать, что с кем бы он ни имел дело, будь то знаток санскрита, который принимает исключительно то, что исходит из Вед, Пуран и так далее, то он способен представить им сознание Кришны совершенным образом, и точно так же он способен представить его человеку, который испытывает влияние современной европейской философии. Прекрасная реальность. Мы влюбились в этот концепт, или поиск Шри Кришны. Кто такой Кришна? Реальность, верховная реальность, и какова природа этой реальности? Она прекрасна. А что служит основанием такого представления? Сатьям Шивам Сундарам. Поиск Шри Кришны. Хей Радхе Бразите Вике Чалалите Хей Нанда Шуно Кутаха. Прабхупад говорит, шесть госвами, чем они занимались? Они искали Кришну. Искали Радху и Кришну, и Браджи, и Гопи. И Гуру Махарадж говорит, поиск Шри Кришны. Махапрабху. Кахан Карум Кахан Пан Браджандра Нандан. Он... А что было до этого? Что там до этого? Мурали Вадан. Когда после того, как он принял саньяс, Махапрабху безумно искал Кришну. Мы слышали. Веданта говорит, теперь, когда ты достиг человеческой формы жизни, настало время совершать духовный поиск, искать твое духовное тождество, пытаться открыть его или найти. Брахма-джигьяса значит духовный поиск, поиск духа, духовного начала. И Гуру Махарадж, следуя этой линии мысли, говорит, глубоко погрузиться в реальность. О чем он говорит? Теперь, когда Сатьям Шивам Сундарам, Сат-Чит-Анандам, Сад, бытие, чит, сознание, анандам, радость, счастье, раса, расананда. Теперь не только настало время пытаться понять твою духовную природу, твое духовное тождество, но возникла потребность, необходимость, внутренняя, глубинная потребность в чем? В расе. И кто есть Кришна? А кто есть Махапрабху? Махапрабху, Раса, Радж, Махабав, Дюи, Экаруп. Двое объединены в одном. И кому это явлено? Рамананде. Градация. Когда я встретил Шрилу Гуру Махараджа, я начал задавать ему вопросы, основанные на том, что я читал в книгах Шрилы Прабхупады, он увидел, что мои вопросы не структурированы. Я задавал один вопрос, потом другой вопрос, непоследовательно. Между ними не было связи. И он сказал мне однажды, спросил у меня, «А ты читал Брихат Бхагаватамритам?» На тот момент я ответил, «Нет, не читал». И он посоветовал мне прочитать и сказал, «Там ты увидишь, найдешь градацию и структуру». И я заметил или подумал, да, но ведь все содержится в книгах Прабхупады. Да, в книгах Прабхупады сказано, «Брихат Бхагаватамритам» — это самая важная книга Санатаны Госвами. Любой, кто желает понять сознание Кришны, должен прочитать эту книгу. Это утверждение также содержится в книгах Шрилы Прабхупады.
поищите в Ведабхесе, и вы увидите, что я прав. Прабхупад говорит, вы должны прочитать эту книгу. Что нам остается делать в таком случае? Так или иначе. И читая эту книгу, я увидел, о да, это положение такое, это положение другое. Шива находится в середине. Брахма, Карма Мишра Бхакти, Шива, Гьяна Мишра Бхакти, Прахлад, Шудха Бхакти, Ханума, Дасья Раса, Пандава, Сакья Раса, Ватсалья представлена в Ядавах и в Удаве, и далее градация. Структура Рамананда Самбад, что любимая Гуру Махараджа, она о градации. Это внешнее, иди глубже. Что внешнее? Бхагавадгита? Рамананда ведь представляет Бхагавадгиту, Махапрабху, отвечая на его вопрос, но тот замечает, это внешнее. Что внешнее? Бхагавадгита? Да, в этом диалоге, в этой части этого диалога, даже Бхагавадгита — это внешнее. И потому Махапрабху замечает, иди глубже. И что он первое принимает? Гьяна Мишра Бхакти. Слушай его посредника, это твой первый контакт с реальностью. Это то положение, которое Махапрабху принимает и реагирует на него позитивно. И в чем содержание, смысл, суть Рамананда Самвада, градация. Гуру Махарадж всегда подчеркивает градацию, что значит качество. Одно явление выше, лучше, глубже другого явления. И если кто-то желает понять природу сознания Кришны, он должен познакомиться с этой градацией. Содержанием Упадешамритом сутью является исключительно градация. Таким образом, когда я решил создать эти книги, и я должен также заметить, когда я подумал о том, что это следует сделать с помощью стенографических записей, сделанных на основе магнитофонных записей его речей, когда я пришел к лотосным стопам Гуру Махараджа и представил ему эту идею создать записи, и он заметил мне, а ты будешь этим заниматься в качестве пожизненного занятия до конца твоих дней? И я ответил или подумал, да. Он сказал так, «Я хотел собрать максимум того, что дал мой Гуру Махарадж, и я сделал это. Но, — заметил он, — моя тенденция распространять это богатство была не столь велика». И он имел в виду следующее. Он предпочитал обсуждать истинное положение, концепция сознания Кришны очень высокого порядка в узком кругу, в рамках маленькой группы, нежели представлять истину более общего характера широкому кругу людей. Такой была его природа. Он говорил, я желал бы собрать максимум того, что дал мой Гуру Махарадж, я сделал это, но моя тенденция распространения была не столь велика. И в действительности я был склонен не согласиться с ним, с этой его мыслью, поскольку я как раз-то получил благо от его тенденции распространять, но на тот момент еще не настало для меня время говорить. Но от тебя я ожидаю следующего, заметил он. Ты должен будешь собрать то, что я даю, а потом распространить это. Твоя миссия будет такой — собирать и распространять, собирать и распространять. И я надеюсь, что мы продолжаем это делать. Но я должен заметить следующее в связи с прекрасной реальностью. Как Гуру Махарадж мог заимствовать некие положения из западного канона и прилагать, использовать их в служении Махапрабху и в деле распространения сознания Кришны? Например, когда он цитировал поэта, я думаю, это был Вордсворт, поэма «Люси Грей», когда автор поэмы встречает эту девушку в лесу, и она сидит на берегу ручья, прекрасного ручья, подобного водопадам здесь, он видит эту девушку, сидящую на берегу ручья, и что он говорит? Он говорит,
person observed about that, he's saying that красота слуха вносит свою лепту, увеличивает зримую красоту. You understand? Sound. То есть звук журчащего ручья усиливает красоту этой девушки и всей этой сцены. Такова прекрасная реальность. Это Гуру Махарадж, само его суть, его способность извлекать. Подумайте об этом. Это поэт, западный поэт 19 столетия. Гуру Махарадж способен брать его поэтические строки и использовать их в своих интересах. В служении Махапрабху и концепции Кришны. Это оригинально, это свежо. Слуховая красота усиливает визуальную, зримую красоту. И многое другое в том же духе. И когда я сказал Гуру Махараджу, он одобрил, он позволил мне отправиться на Запад и проповедовать, делиться тем, что я собирал, получал от него, распространять эти дары, это богатство. И я подумал, я чувствовал вдохновение это делать, он санкционировал это занятие, и он больше того с энтузиазмом вдохновлял меня делать это, поощрял. Я заметил. Я сказал, я думаю, эти записи, эти транскрибации, я уже собирался открыть рот, и он сказал, так составь книгу. И я сказал, да. Он сказал, необходимо напечатать книгу. Как мы можем согласиться с тем, что люди с разбитыми сердцами, неудовлетворенные, покидают движение сознания Кришны и лишаются этого нектара? Необходимо спасти этих людей. Необходимо заниматься работой по избавлению их от страданий. Когда я услышал эту тираду из его уст, я чувствовал так, что я вот-вот рухну с его веранды на первый этаж. И я понял, отныне это моя миссия. Она состоит в том, чтобы, прилагая максимум усилий, представить его концепцию, опубликовать, донести ее до других людей. Когда дело дошло до публикации, до составления книг, существовали многочисленные транскрибации, и в особенности, в первую очередь, с помощью Маха-йоги, Бхакти-Видана Маха-йоги. Мы думали, размышляли, Гуру Махарадж, его сутью, ключевым содержанием является градация и структура, структурирование, то мы не можем просто взять некие транскрибации, некие стенографические записи и опубликовать их. Да, конечно, это тоже было бы хорошо, опубликовать их как есть. Но для того, чтобы подлинным образом его представить, необходимо сделать это так, как делает это он, необходимо структурировать их, необходимо начать с определенной отправной точкой и закончить в определенной точке, и должна быть причина тому, почему нечто находится в начале, нечто в середине, а нечто в конце. И позже, то была одна из последних моих встреч с Гуру Махараджем. И он заметил мне, ваши книги. Я ответил, Махарадж, ваши книги. Нет, это ваши книги, сказал он, твои. Почему? Он объяснил. Я говорил хаотично, сказал он. Он рассказывал мне о Самасе и Вьясе. Самасе и Вьясе. Он говорил, Самаса означает «собирать», а Вьяса означает «структурировать». Я говорил хаотично, бессистемно, непоследовательно, а ты структурировал мои непоследовательные, бессистемные, хаотичные речи. Он объяснял мне, что я на самом деле сделал, неосознанно, в известном смысле, не понимая, что я сделал. Я был очень счастлив, рад слышать это замечание, но я думаю, что мы именно это мы и пытались делать. Иногда не слишком успешно, но по большей части именно этим мы и занимались. Особенно в этой книге. Предполагалось, что эта книга должна начаться в какой-то точке, продолжиться определенным образом и завершиться в определенной точке. Книга называется «Поиск Шри Кришны. Прекрасной реальности». Сам Гуру Махарадж понимал, что мы сделали, когда мы представили эту книгу ему.
Потому что когда я... Следующее замечание в этой связи, просто замечание. Дедлайн – это хорошо. Есть люди, не способные что-либо делать без дедлайнов. Но если есть дедлайн, некоторые люди дожидаются самого окончания срока, не слишком напрягаясь, а когда время подходит, удваивают усилия. Гуру Махарадж однажды сказал мне, «Госвами Махарадж – такой человек, что он бережет свои силы». А затем, когда его участие максимально востребовано, действует с полной отдачей. Я подумал, спасибо, Махарадж, за то, что так сформулировали. Он бережет свои силы. Он мог бы выразиться иначе, но выразился очень мягко и деликатно. Так вот, крайний срок издания этой книги была Гаура Пурнима 1983 года. Мы работали, и я помню, однажды вечером мы осуществляли окончательную правку, окончательную редакцию в обществе Махайоги Махараджа. Занимались окончательной вычеткой, редактированием текста. И этот процесс настолько поглощал нас, мне нужно было что-то сделать. В той комнате не было окон. Он сидел за печатной машинкой, это был крайне поглощающий, интенсивный процесс, и мне нужно было выйти из комнаты, я не помню для чего. Мы начали где-то, скажем, в 10 часов. Когда я пришел к себе в комнату, чтобы что-то проверить, я заметил, что было уже 7 утра. И я подумал, этот процесс окончательной вычетки, редактирования, поглощает без остатка. И многие преданные помогали нам. Как Джива Госвами говорит, когда многие объединяются, соединяются для того, чтобы распространять, пропагандировать концепцию сознания Кришны, это и есть санкиртан. И текст был отправлен в типографию. Мы вылетели в Лос-Анджелес, затем в Гонконг, затем в Индию. В Лос-Анджелесе мы провели всего лишь час, и как раз поступили первые копии книги. Мы взяли эти копии, сели на самолет, и когда мы добрались до Индии, то была Гаура Пурнима, то значит, это был также день Холи, и все разбрасывали краски. Мы отправились в Майяпур, и когда мы добрались туда, затем мы сели на лодку, переплыли Джаланги Сарасвати и достигли Шри Чайтанья Сарасвата Матха. И когда мы достигли Матху, то луна поднялась в небе, луна в ночь Гаура Пурниму. Это означает уложиться в установленные сроки. Когда мы представили эту книгу «Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности Гуру Махараджа», то прекрасная золотая луна Гаура Пурнима светила на него, проливала свой свет на него. И я показывал ему обложку, я перелистывал и показывал на каждой странице, что на ней, и рассказывал. И когда я делал это, то я начинал читать какие-то строки, и он завершал их. Потому что он был книгой, и книга была им. И так они, так сказать, чередовались, менялись местами. Я не читал ему что-то, что было ему незнакомо, неизвестно. Я начинал читать какую-то часть, и он завершал эту часть, но завершал ее точно, вплоть до последнего слова. Это было чудесно. Мы дошли до изображения Сарасвати Такура.
это известные фотографии. И обычно вы делаете такую подпись, традиционную, официальную. Его Божественная милость, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, основатель Гаудия Матхи и миссии. И это вполне уместная подпись к такому фото. Но я подумал, то, что Гуру Махараш о нем говорил, я должен поставить в качестве подписи. И там была следующая подпись. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура объявил тоталитарную войну майе, включая все иные существующие виды религии. И когда мы дошли до этой части, Гуру Махараш, Шрила Говинда Махараш, они были очень оживлены. Я подумал, что, возможно, это чересчур такое выражение. Он объявил тоталитарную войну майя, включая все иные существующие религиозные концепции. И Гуру Махарадж стал улыбаться и заметил, если бы вы не сказали ничего другого о нашем Гуру Махарадже, то он уже был бы должным образом представлен здесь. И я был очень рад это слышать. Итак, мы дошли до конца, до последней главы. И я сказал, эта книга структурирована определенным образом. И следующее вдохновение родилось, пришло. Это книга о поиске Шри Кришны, прекрасной реальности. Но что мы хотим показать? Сам Кришна ищет Шри Кришну, прекрасную реальность, он ищет ее, как Гауранга Махапрабху. И каково свидетельство, подтверждение тому, мы узнаем из Прамадхама Дева Стотрам, в конце этой поэмы сказано, я забыл строку, но там сказано, это лакхан, симптом высшего счастья, признак, характеристика высочайшей реальности. И это напоминает мне то время, когда во второй половине дня, когда однажды после полудня Гуру Махарадж сидел, вот как на этом фото. После полудня он сидел там, и он смотрел на божеств, а по утрам он сидел на другой стороне, и он смотрел в сторону или на Йогапитх Майпуре, но то было после полудня. И иногда я приходил к нему в эти часы, и он, сидя вот таким образом, он заметил, обращаясь ко мне, «Я думаю, что высочайшая реальность должна танцевать. Что ты на это скажешь?» Я удивился. И я подумал, «Я никогда не слышал подобного. Высочайшая реальность танцует?» Он заметил, «Да». Я утверждаю, что высочайшая реальность танцует, а что скажешь ты? И тогда он начал объяснять, и это и есть завершение, окончание поиска Шри Кришны, последняя глава этой книги. Когда ты, объяснил он, в полной мере удовлетворен, доволен собой, когда ты рад. Экстаз, экстатическое состояние означает, что ты не в силах сдерживать себя, ты вне себя, ты выходишь за свои пределы. Гуру Махарадж говорит, когда ты настолько доволен, удовлетворен собой, что ты не в силах сдержать свою радость, то что есть порождение твоей радости? Танец. Эта радость проявляет себя в экстатическом танце, неконтролируемом экстатическом танце. Он говорит, высочайшая реальность, мы говорим, к примеру, пурна. Один из смыслов этого
полнота, полнота, целостность. И это одно из возможных значений. Другое значение – всеобъемлющее начало, то начало, которое содержит в себе все, или то начало, которое пребывает во всем. Можно по-разному это интерпретировать, но другая концепция, иная концепция полноты – это следующее. Когда ты в полной мере доволен, счастлив, удовлетворен. В этом смысл атма-сиддха. Когда Кришна, находится на высочайшем уровне самоудовлетворенности, то зенита это состояние достигает в природе Махапрабху. И что делает Махапрабху? Он призывает свое собственное имя в настроении, в духе Радхарани. И, как сказано в другом месте, Прамадхама Девастотрам, причина и следствие тождественны, взаимозаменяемы. Причина — это следствие, и следствие — это причина. С одной стороны, он призывает имя Кришна, Кришнанам, и этот нам заставляет его экстатично танцевать. Но что он делает таким образом? Танцуя, он распространяет Кришнанам, раздает. То есть причина его радости и следствие его радости состоит в том, что он призывает еще больше Кришнанам. Причина и следствие. Махапрабху — это Кришна в его самом счастливом положении, Кришна, переживающий максимальное счастье. Поэтому он экстатично танцует, и поэтому Гуру Махарадж говорит, «Я утверждаю, что высочайшая реальность должна танцевать, не может не танцевать». Высочайшая реальность, в ее высочайшем выражении есть Шри Чайтанья Махапрабху. И мы подумали, мы начнем с поиска Шри Кришны, а затем в конце мы покажем, Кришна также ищет Кришну. В качестве Шри Чайтаньи Махапрабху Кришна Анусанда. Такова идея. И это был вопрос, это правильно? Я просто уточняю, что я ответил на тот самый вопрос. И я должен заметить, Гуру Махарадж, он заметил это, для него это не пропало в туне, то обстоятельство, что мы структурировали книгу именно так. И он начал говорить, когда я читал эту книгу ему, он сам начал это говорить, поскольку он написал Прамадхама Девастотрам. И все эти истины, которые мы поместили в книгу, конечно, он был их источником. И он был очень доволен тем, что в состав книги это вошло. Он сказал мне однажды, все книги, которые мы опубликовали, книги «Поиск Шри Кришны», «Шри Гуру и его милость», «Золотой вулкан божественной любви», «Любовный поиск пропавшего слуги», «Субъективная эволюция сознания». И Гуру Махарадж спросил меня однажды, «А какая книга твоя самая любимая?» И я потерял дар речи, услышав этот вопрос, потому что прежде всего я спрашивал себя, а есть правильный или неправильный ответ на этот вопрос? Как бы не ошибиться? И я не находился с ответом. И пока я сидел и думал, Гуру Махарадж, он как робкий, пристыженный подросток, именно так, который влюблен и стесняется произнести имя своей возлюбленной. Вот таким тоном он заметил мне, «А мне нравится, я люблю золотой вулкан божественной любви». И ответил ему, «Конечно же, это естественно, Махапрабху Радхарани». И люди часто не понимают, невозможно получить больше Кришну, кроме как, нежели чем от Махапрабху и Радхарани. Даже если вы отправитесь к Кришне прямо, то вы не получите там больше Кришны, нежели от нее. Поэтому она Кришна Муи.
и все преданные эксклюзивным образом преданы ей. Высочайшие преданные этой линии, линии Рупануга, Лалита, Сваруп Дамодар, Рупа, они всегда продвигают ее, выдвигают ее на первое место. Их не интересует непосредственно сам прямой контакт с Кришной, поскольку конституционные способности Дживы обмениваться расой с Кришной малы, тогда как она равна ему в этих транзакциях обмене, взаимодействия, обмене расы. Она способна экстрагировать, извлекать расу высочайшего качества и количества из расы Раджа Кришну. И в знак благодарности своим служанкам она делится с ним этой расой. Хладини Шакти Пушти, она питает их этой расой. Поэтому существует определенная стратегия преданных, которая состоит в служении ей. И мы узнали об этой стратегии, сидя у лотосной стоп Шрилы Гуру Махараджа. Но возвращаясь к этому разговору, разговору Прабхупады и Гуру Махараджа, Ачютананда услышал, как они беседуют, и спросил у Прабхупады, о чем вы говорили? Ваша беседа выглядела такой интенсивной. На что Прабхупад ответил, «О, он, Шрила Шридхара Махарадж, обладает очень высокими реализациями сознания Кришны. Если бы я тебе рассказал, то ты потерял бы сознание, ты упал бы в обморок». Какова была одна из этих реализаций? Из Гиты, как Кришна говорит, это один из предметов той самой беседы Шрилы Свами Махараджи и Шрилы Гуру Махараджи. Эту шлоку можно интерпретировать в общем смысле, но Гуру Махарадж открывает глубокий смысл. Упаянти здесь означает «упапати», означает «тайный возлюбленный», и это указание на Паракия Бхаву. Такого рода дискуссия. Об этих вещах он говорил со Свами Махараджем, не предназначенных для всех. Поэтому это Свами Махарадж и сказал, «Если бы я тебе это открыл, то ты бы упал в обморок». «Упал в обморок» означает, ты бы не сумел поддерживать сознание в том измерении. Существует два типа обморока. С одной стороны, человек глубоко укоренен в том измерении бытия и не может поддерживать осознание внешнего мира. И с другой стороны, человек погружен в сознание этого измерения, он не в силах поддерживать свое сознание там, не может осознавать духовный мир. Бхактивинода Тхакур приводил пример молнии. И когда в темноте сверкает молния, то мгновенно все освещается и становится видимым, и затем свет исчезает, и человек говорит, «Я хочу задержать это мгновение, остановить его», но не может. Высочайшие преданные обладают таким стремлением и такой способностью. Но наша благая удача состоит в том, чтобы служить им, служить высшим вайшнавам и их милостью. И некое озарение, подобное вспышке, время от времени будет приходить к нам, являться к нам, и мы будем падать в обморок. Счастливые, довольны этим, радостно падать в обморок. Мы сделаем футболку, напечатаем с такой надписью. Счастливый обморок, радостный обморок. Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности. И когда мы впервые опубликовали пробную главу, желая посмотреть, как эта книга будет выглядеть, так вот, владельцами типографии были христиане-фундаменталисты. Мы хотели опубликовать дальнейшие экземпляры этой книги, но владельцы типографии отказались. А мы спросили, а почему вы не можете опубликовать продолжение этого тиража? Они ответили, потому что мы прочитали эту книгу и узнали, о чем они. Даже они, эти христиане, владельцы типографии, знали,
Насколько эта книга могущественна. Если мы опубликуем эту книгу, то эта книга уничтожит то, во что мы верим. Любой, кто прочитает эту книгу, заинтересуется продолжением. Ну, я так интерпретирую их замечания. Но имеется в виду, красота концепции Кришны, она есть в этой книге. И вплоть до наших дней, если вы читаете книги Шрилы Гуру Махараджа, вы будете чувствовать, вы чувствуете его присутствие, его общество. Люди станут читать эти книги, они будут испытывать этот опыт преображения, трансформации, даже не встречая, не зная его лично. А с Говиндой Махараджем обратно. Люди встречали его, и они влюблялись в него, влюблялись в то, как он взаимодействовал с ними с любовью и нежностью. В случае Гуру Махараджа люди читали его концепции, и затем они претерпевали этот опыт преображения, трансформации. Jai Om Vishnu Pada Subhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai, the search for Sri Krishna, reality, the beautiful Ki Jai, Krishna Anu Sandhan, Rasa Sandhan Hari Haraya Namo Krishna Yadavaya Namo Hari Haraya Namo Krishna Yadavaya Namo Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan Giridhari Gopinath Madana Maha Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chanda Garadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Siddhiva Gopala Bhata Dasa Raguna Echai Gochai Kori Charana Bandhan Jaha Hoite Vignanas Abhishta Puran Echai Gochai Dharmu Tansabara padarenu mora panchagras Tandera charana sevi bhakta sanivas Janame janame mor ehi abhilas Echai gochai jabe braje koilo vas Radha Krishna nitya lila korilo prakash Anande bolo hari vaja vrindavan Sri Guru Vaishnava pade Sidhu Vaishnava Pad Padma Koriyas Korinam Sankirtan Koe Nara Kamadan Hare Krishna
Krishna, 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 Hare Hare. Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Jai Saparikar Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar Jiu ki jai. Sri Giriraj Govardhan ki jai. Sri Rupa Anuga Guru Varga ki jai. Nama Charja Srila Haridas Thakur ki jai. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasari Gova Bhakta Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadeep Dham ki jai. Sri Chaitanya Saraswat Mat ki jai. Sri Gupta Govardhan ki jai. Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Tosi Devi ki jai. Om Vishnu Pad Vishva Varenya Srilasi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Sri Chaitanya Saraswat Mata Charja Vrinda ki jai. Jai Srila Bhakti Bhimala Avadhut Maharaj ki jai. Seva Vrinda ki jai. Samaveda Bhakta Vrinda ki jai. Nithai Go Premanande. Hare Krishna. 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 Hare Krishna.